Забыл несколько штук, которые мне были нужны для проведения консультации. Сейчас иду домой, буду продолжать работу дома. На улице наконец тепло, наконец весна. Можно радоваться погоде, гулять. Поэтому сегодня день улицы. Собственно, это мои реальные инструменты, которыми я пользуюсь каждый день для того, чтобы работать. Телефон с гарнитурой, чтобы общаться, и тетрадь, чтобы делать различные записи. Причем тетрадь не только для работы я использую, но и для работы над собой. Я очень давно пожелал, чтобы у меня работа делалась через телефон, через интернет, и через несколько лет я смог к этому прийти. И забыл я сегодня как раз эту гарнитуру для того, чтобы общаться, и забыл провод для телефона, компьютера, чтобы не садилась зарядка. Я занимаюсь деятельностью в интернете, занимаюсь образованием в интернете. Я шел к этому довольно приличное количество лет, и сейчас то, чем я занимаюсь, мне очень нравится. И сейчас уже работа моя сделана, а время уже 5 часов. Мы сейчас идем с Амелией гулять, будем наслаждаться отличной погодой. Раньше тот вид деятельности, который я веду сейчас, он мне казался нереальным. То есть я думал, что я на это не способен, что я никогда не смогу к этому прийти. Но сейчас, когда я здесь, я понимаю, что это были сомнения, были страхи, может, какое-то даже нежелание. Каждый может прийти к тому, что ему хочется. Каждый может прийти к тому, что ему реально нравится и чем он хочет заниматься. У кого-то это занимает меньше времени, у кого-то это занимает больше времени. Разная мотивация у всех. У кого-то это интерес, у кого-то это деньги, у кого-то здоровье, например. Но суть в том, что вы можете прийти туда, куда вам надо, если вы идете туда целенаправленно, шаг за шагом, каждый день. Если вы не сделаете то, что вам хочется, если вы не будете идти туда, куда вам хочется, никто за вас туда не придет, и никто за вас это не сделает, не наступит время благоприятное, не наступит каких-то ситуаций, знания не появятся, деньги не появятся, ничего не произойдет, если вы не будете, вопреки всему, целенаправленно, шаг за шагом идти вот в сторону того, что вам хочется, о чем вы мечтаете. И не придавайте сильное значение мнению окружающих людей, потому что вас в любом случае будут отговаривать от того, что вам хочется, от того, что вам нравится. Это неизбежно, это обычно так всегда происходит. Ну а мы тем временем пошли гулять, потому что Амелия уже досмотрела свой мультик, и все, мы идем на улицу. Всем пока!